Всем привет, с вами Наталья Кочеткова, и я покажу в этом видео, как я делаю картинки для своих постов. Заходим в Play Market, скачиваем приложение Canva, так и пишем английским Canva, и загружаем. У меня уже загружено, я открываю. Здесь вы можете выбрать шаблоны для ваших постов, готовые, где вы можете редактировать текст, либо менять фон, картинку вставлять другую. Ну, к примеру, вот на примере своего вот поста, то есть картинки, да, из поста. Я выбрала шаблон, там была совсем другая картинка, синий фон справа также был. То есть здесь я только теперь уже меняю букву, текст, то есть и картинку. Я могу поставить, к примеру, вот, например, и поменять текст. Меняю текст, сохраняю, и вот справа на стрелочку нажимаю, и у вас сохраняется это в галерее вашей. То есть тут очень множество шаблонов готовых именно. Вы выбираете те, которые вам по душе. К примеру. Так. Вот, бесплатно. То есть здесь можно тоже загрузить фотографию какую-то свою. Для этого вам нужны фотографии ваши, чтобы только вставляли название поста вашего. То есть выделяйте, удаляйте. И здесь уже на ваше усмотрение, что вы будете писать. Также сохраняйте. И у вас файл сохранен в вашей галерее. Применяйте, либо вы можете в постах просто свои фотографии, да, качественные выставлять. Но когда люди заходят на вашу страницу, они обращают внимание на фотографии. А когда на фотографии что-то написано, тема поста, да, интригующее название какое-то, то человек обязательно перейдет, почитает ваш пост. А если у вас просто фотография красивая, он просто посмотрит на вашу фотографию, поставит лайк, но читать пост не будет. Либо там начнет, но до конца не дойдет. Поэтому я рекомендую делать красивые, качественные именно картинки к постам с названиями. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал.